Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Black Rush. Вся информация есть в описании под видео. Как начать со мной играть? Очень легкая установка, классный лаунчер, очень красивое оформление, поэтому всех жду на данном проекте. Я здесь играю на 5-м сервачке, то есть Orange. Можете вводить мой промокод на 2-м уровне, за него получите 15 тысяч рублей. Это вам даст хороший старт, чтобы купить себе одежду, либо добавить себе на машину. Поэтому не забывайте вводить мой промокод на 2-м уровне. Повторюсь, вся информация есть в описании под видео. Сегодня, как вы поняли, будет новая серия, но необычная серия. Сегодня я буду крутить рулетку на 1000 рублей. Если вам понравится данная серия и здесь будет очень хорошая активность, то я запишу еще одну серию, где мы будем крутить данную рулетку. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите играть вместе со мной на Black Rush. Это КРМП на телефоне, очень легкая реальная установка, красивый лаунчер, очень красивый лаунчер, частое обновление. Уже открыли 7-й сервак буквально недавно, то есть проект реально очень годный, хороший онлайн здесь, поэтому всех вас буду ждать, я в основном играю ночью, поэтому можете там в ВК мне писать, можем вместе поиграть, возможно проведу стрим, пробный стрим хотя бы проведу, посмотрю на активность, если будет хорошая активность, то дальше буду делать стримы. Ну что ж, пацаны, сейчас мы будем крутить рулеточку, вот так вот выглядит лаунчер, очень красивый лаунчер, пацаны, очень красивый лаунчер, постоянно выходят обновления, постоянно выходят какие-то улучшения, то есть реально очень годный проект в своем роде, онлайн очень хороший, время сейчас 12 по МСК, почти все серваки фуловые. Заходим в рулетку, получается, и будем крутить. У меня есть 9000 рублей доната. Я уже немножко рулетку покрутил. Давайте я вам покажу, что здесь может выпасть. Вот такие вот здесь есть призы. Но я так понял, самое ценное — это номер на авто. Потом дополнительный слот для авто. Случайное авто. Ну и донат и випка, самая, наверное, классная. Платина випка стоит 1000 рублей в месяц. Было бы, конечно, неплохо, если она нам выпадет. Давайте крутим рулеточку, запускаем. 50 рублей стоит тогда прокрутка, если что. Так, а ну, запускается, все, полетело. Давай, родная. Я надеюсь, то, что у нас все получится. Так, какие-то очки выпали, да? Какие-то очки выпали. Угу, хорошо. Запускаем еще раз рулетку. Ну, конечно, блин, хочется, чтобы выпала какая-то машина крутая, либо номера. Так, кепочка выпала. Две прокрутки, но нам какая-то кепка Gucci выпала. Ну и мне кажется, аксессуары — это тоже крутая тема, потому что, наверное, не у всех они есть, эти аксессуары, поэтому... О, скин какой-то выпал. Случайный скин. Надеюсь, то, что он будет дорогой хотя бы. Потому что у меня сейчас скин самый дешевый. А надеюсь, то, что этот скин будет дорогой какой-то, крутой скин. И мы сможем его либо продать, либо себе оставить. Ага, машина выпала. ВАЗ-2172. Я понял. Так, а сколько я уже прокруток сделал? Так, 4 прокрутки я уже сделал. Мне выпала машина, но машина вообще говно. Если честно, я бы ее продал на самом-то деле. О, сумка какая-то выпала. Поясная сумка Nike. Отлично. Но я так понял, нам в основном аксессуары падают, но мы зато будем выглядеть стильно, богато, молодежно. Опа. Опа, донат валюта 48. Нормально. Нормально, пацаны. Залетаем еще раз. Кстати, я до сих пор себе машину не купил. До сих пор на Запорожце катаюсь. Так, кепка какая-то выпала. Кепка Black Rush. А это крутая кепка или нет, интересно? Ну, типа, есть там кепка Nike, там, Adidas. А это именно кепка Black Rush. Надеюсь, то, что она стоит нормальных денег. Так, во, отлагала немножко. Так, крутим дальше. Сколько я прокруток сделал? 6-я, по-моему, прокрутка у нас идет, да. Или 7-я. Наверное, 7-я даже. Выпало оружие. И, ну, честно, рулетка такая прикольная. Тут еще звук есть, то вы его не будете слышать. В принципе, как и я, потому что я без звука кручу. Я хочу випку платину выбить. Вот реально, было бы неплохо выбить випку. Очень было бы неплохо випку выбить. Надеюсь, у нас это получится. Очки какие-то обратно. Аксессуаров, конечно, мне уже до хера нападало. Но надеюсь, то, что они хотя бы чего-то стоят. И я буду выделяться среди других игроков. Опа, машинка. О, Volkswagen Golf GT2. Вот это уже поинтересней. Вот это уже реально поинтересней.
Но я хотел бы еще дополнительный слот выбить для машины, потому что я не знаю, сколько вообще можно бить машина Black Rush. Вообще без понятия. У меня даже нету ни квартиры, ничего просто нет у меня. Понимаете? Надо будет себе квартирку еще купить обязательно. Так, это военный билет мне выпал. Так, я уже покрутил на 650 рублей. Да, получается? Еще у нас, сколько, 250 рублей, это 5 прокруток получается. Еще 5 прокруток нам надо. Или 350 рублей. 350 рублей, пацаны. Так, опа, випка выпала. Сильвер випка выпала. Но сильвер это не круто, нам надо премиум випка, понимаете? Премиум випка это уже совсем уже другой разговор, понимаете? Еще раз випка выпала, та же самая, прикиньте. Так, а ну, я хочу премиум випку. Хочу премиум випку, пожалуйста. Нам должна она выпасть 100%. Опа, так. Дополнительный слот для машины. Вот это очень полезная тема, мне кажется. Хотя у меня даже на Black Rush толком даже нормальной машины ни разу не было. Рюкзак какой-то выпал, да? Пума выпал. Я понял. Отлично. Так, крутим дальше. Крутим, вертим. О, еще один слот, пацаны. Вот это круто, реально. Вот это очень круто. Так, сколько у меня прокруток осталось? Я просто... 650 было. Опа, машинка какая-то. Обратно гольф выпал. Обратно выпал гольф. Так, 300 плюс 650 это сколько? Еще, короче, одна прокрутка остается. Да, последняя, пацаны, прокруточка сейчас будет. И посмотрим, что мне должно выпасть. С последней прокрутки. Я надеюсь, то, что выпадет что-то нормальное. Ну, кепка выпала обратно. Гуччи. Бля, это пиздец, конечно. Аксессуаров очень много выпало. Но давайте теперь зайдем в игру и вообще посмотрим то, что я выиграл. И, возможно, что-то я между вами разыграю. Просто я не знаю, как тут вообще это все происходит. Но сейчас посмотрим, что я вообще, в принципе, выиграл. Все, я зашел в игру, пишем вот эту команду Roulette. Пишем, и здесь у нас есть вот эти подарочки, которые мы выиграли. Кепка Gucci есть красная. Две штуки уже, понимаете? Давайте заберем. Так, забрал кепку Gucci. Конечно, эту команду просто написать, это пиздец, пацаны. Roulette. Еще эта команда такая, знаете, ее сложно запомнить для меня. Так, дополнительный слот для автомобиля. Берем, забираем. Теперь я могу иметь две машины. Вот это реально очень полезная тема, мне кажется. Самое полезное то, что здесь есть. Так, Roulette. Еще раз пишем. Вот еще один дополнительный слот. Давайте, наверное, все призы сейчас заберу и уже вам покажу просто все, что у меня есть. Потому что, мне кажется, я долго сейчас это буду все забирать. И вам это показывать нет вообще никакого смысла. Я, короче, забрал некоторые призы, но не все. Потому что, ну, блин, все призы забирать там смысла вообще нету просто. Поэтому я все призы не забирал. Пишем команду INV. И вот здесь у нас есть инвентарь. Что-то типа такого получается. Ну, скинец такой прикольный, но кепка ему вообще не идет. Типа кепка Black Rush ему не идет. Но сам скин такой прикольный, знаете, тоже Black Rush, типа туда-сюда. Я не знаю, сколько такой скин стоит, но рюкзак вообще как у школьника выглядит, поэтому я его сниму, наверное. Но кепочка, ну кепочка прикольная, но не для его прически, это точно. Ну а так в целом рулеточка прикольная, мне понравилось. Ждите следующую серию и либо стрим, возможно, сегодня сделаю, поэтому там ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.